Как же ж у меня просто, я не знаю, как тут в телефоне его сделать. Запись включил. Ага, хорошо. Благодарю. Хорошо. Ну что, будем делать практику? Для нас двоих, для нас троих. И это хорошо. Сегодня 21 число. Меня слышно, видно? Да, все хорошо. Ага, замечательно. Хорошо, будем потихоньку начинать. Не просто так у меня свет отключили. Потому что сегодня 21 число, все наполняется солнцем, все наполняется энергией. И что не поддается увеличению вибраций, ломается. Хорошо. Садимся поудобней, закрываем глазки. И начинаем медленно и спокойно дышать. Ножки плотно стоят на полу. Медленный, спокойный вдох. Полной грудью набираем полные легкие. И медленный, спокойный выдох через рот. Отпускаем все напряжение, все негативные мысли. С каждым вдохом и выдохом тело расслабляется. Представьте, что вы стоите босыми ногами на сырой матушке-земле и встречаете самый красивый рассвет, который только вы помните в своей жизни. Ощутите, как теплые лучики солнышка окутывают вас, наполняя каждую клеточку вашего тела солнечным светом, солнечным теплом. Почувствуйте, как этот свет входит в ваше тело, заполняя все пространство внутри вас. Сделайте глубокий вдох и на выдохе опустите свое сознание в центр груди. И задайте себе вопрос: кто я? Кто я? Что я сейчас чувствую? И получите ответ, услышьте его. И оставаясь в своем сердечном пространстве, наполняясь солнечным светом восходящего солнышка, а сегодня 21 июня, день летнего солнцестояния, самое яркое, самое насыщенное солнышко. Проговариваем такие слова. Я обращаюсь ко всей Вселенной, и на каждом моем вдохе спереди я принимаю на свое физическое тело свет, удачу, успех, благополучие, благодарность, радость, развитие, изобилие, материальный достаток, хороший вкус, целеустремленность, понимание, чего я хочу, как к этому прийти самым наилучшим образом для меня и для окружающего пространства. Новые интересные люди, новые интересные идеи, быстрое решение моих проблем. И делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдыхаем
спереди, в свое физическое тело, в свое физическое пространство, те энергии, которые просим у Вселенной. А на выдохе взамен посылаем как можно больше благодарности и божественного света своего сердца, света любви своего божественного сердца, божественной энергии, которая непрерывным потоком течет через ваше сердечное пространство. Вдыхая эти энергии, вы наполняетесь и расширяете свое пространство вокруг себя, заполняете его божественным светом, божественной безусловной любовью. И чувствуйте, чувствуйте, что происходит. На каждом моем вдохе справа я принимаю на свое физическое тело гармонию, мудрость, яснознание, яснопонимание, яснослышание, ясночувствование. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего божественного сердца и свое благодарю. Представьте, что рядом с вами стоит мама, а рядом с мамой стоит папа, и все эти энергии проходят сквозь них, усиливаясь в разы и наполняют ваше физическое тело, наполняют каждую клеточку, каждый атом той энергии, которую вы хотите. Просто вдыхайте и чувствуйте, как по вашему телу распространяется эта энергия, заполняя каждую-каждую клеточку, каждый атом. Все-все пространство вашего физического тела наполняется этими энергиями. А взамен вы посылаете благодарность маме, благодарность папе, и благодарность всей Вселенной за то, что они вам дают сейчас. Просто наблюдайте за движением энергии, и как они встраиваются в ваше физическое тело. Вдох через нос, выдох через рот. Когда мы вдыхаем через нос, мы вдыхаем внешнее пространство, внешний мир. Когда мы выдыхаем через рот, мы выдыхаем из внутреннего пространства, из внутреннего мира. Позволяем внешнему миру встроиться в наш внутренний мир и сгармонизироваться. А выдыхая внутренний мир, он гармонизируется с внешним миром. На каждом моем вдохе сзади я принимаю бесстрашие, смелость, уверенность в себе, отвагу, убедительность, везучесть, честность, правдивость, целостность, справедливость, аккуратность, чувство защищенности и опоры. Способность различать истину от лжи. И представьте, как за вашим левым плечом выстраивается род мамы, а за вашим правым плечом выстраивается род папы. И когда вы делаете вдох, то вся энергия рода стекает к вам медленным, могучим потоком, нежно окутывая вас, каждую вашу клеточку заполняя и очищая ее, наполняя энергией рода, силой рода, знаниями рода, все, что вам нужно на данный момент. А на выдохе взамен посылаете божественный свет любви вашего сердца и благодарность каждому своему предку, каждому члену своему рода, каждому человеку в вашей родовой системе. И принимайте весь свой род. И благодарите весь свой род. Ведь род
Сколько поколений трудился над тем, чтобы появились именно вы. Именно вы, чтобы сейчас пришли и продолжили род. Делаем вдох. Вдыхаем. На выдохе посылаем благодарность и любовь. И просто наблюдайте, что происходит, как вокруг вас расширяется пространство безусловной любви, увеличивается божественный свет. Наблюдайте за этим процессом. На каждом моем вдохе слева я принимаю любовь к себе, радость, счастье, веру в себя, надежду, преданность, нежность, хороший вкус, целеустремленность, теплоту, заботу, милосердие, умение чувствовать и выражать свои чувства, понимание того, чего я хочу и как к этому прийти самым наилучшим способом для всего окружающего пространства. Принятие людей такими, какие они есть. Принятие себя таким или такой, какой я есть. И на каждом выдохе через сердце посылаем божественный свет любви своего сердца и свое благодарю. И вдыхаем эти энергии слева. В свое физическое пространство, в свое физическое тело, заполняя этими энергиями каждую клеточку, а взамен посылаем божественный свет любви из своего сердца, божественную любовь, энергию рода своим потомкам, потому что здесь у вас выстраиваются ваши детки, сначала старшенькие, потом младшенькие и так дальше. Внуки, правнуки, и вы сейчас, вдыхая эти энергии в свое физическое тело, на выдохе с любовью и благодарностью Вселенной наполняете своих потомков. И неважно, есть у вас сейчас дети или нет, вы выстраиваете мощную дорожку для ваших потомков. Вы даете понять Вселенной, что вы готовы продолжать род. Делаем вдох и выдох, и почувствуйте, как вокруг вас усиливается сфера. Она начинает вырисовываться с каждым вдохом и выдохом, расширяясь много-много километров в разные стороны. Мы усиливаем друг друга в несколько раз. И сейчас мы с вами расширяем пространство любви, расширяем пространство света. Делаем вдох, выдох и почувствуйте все эти энергии. На каждом моем вдохе сверху я принимаю божественную энергию любви, божественное знание, божественное творчество, помощь Бога, поддержку Бога. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную божественный свет любви своего сердца и свое благодарю. Делаем вдох и принимаем сверху все божественные энергии. Наполняем свое тело и свое солнечное сплетение. Чувствуйте, как оно с каждым вдохом и выдохом сияет все больше и больше и больше. Ваше сердечное пространство расширяется, наполняясь этой энергией. И на выдохе посылаем Творцу, тому, кто нас создал, Вселенной. Посылаем божественный свет любви своего сердца и свое благодарю. И просто наблюдайте за тем, что происходит. Просто позволяйте происходить тому, что происходит сейчас. На каждом моем вдохе снизу я принимаю могучую энергию Земли,
и почувствуйте, как поднимается по вашим стопам энергия Матушки Земли, заполняя все ваше тело. Могучее здоровье, умение слушать и слышать, смекалку. И на каждом выдохе через сердце посылаем взамен божественный свет любви своего сердца и свое благодарю. Благодарим Матушку Землю за то, что она нас кормит. Благодарим Матушку Землю за то, что мы ходим по ней. То, что мы дышим воздухом, который принадлежит Матушке Земле и нам вместе с ней. И почувствуйте, как по вашему телу вверх и вниз курсирует энергия Земли и божественная энергия Вселенной. Разрешите этому потоку проходить по каждой клеточке вашей, по каждому атому вашим, очищаясь и наполняясь одновременно, повышая свои вибрации с каждым вдохом и выдохом. Делаем вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. И проговариваем: я есть свет и любовь. Я наполняюсь радостью и удачей. В моей жизни все в меру, в норме и вовремя. Я люблю жизнь, жизнь любит меня. Вселенная ко мне благосклонна. Я люблю людей, люди отвечают мне тем же. Я живу в потоке живого времени. Делаем вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Почувствуйте, как внутри вас с каждым вдохом и выдохом разгорается солнечное сплетение, разгорается сердечный центр. И ваше солнечное сплетение превращается в девятиконечную звезду, которая сияет божественными энергиями, которые вы только что попросили у Вселенной. Вы сейчас звездочка огромная-огромная, сияющая-сияющая, которая наполняет все пространство вокруг себя, исцеляя его, очищая его, нейтрализуя весь негатив, заполняя все пространство светом и божественной любовью. Делаем глубокий вдох, выдох. Подышите так, почувствуйте, насколько вы расширяетесь на каждом вдохе и выдохе. Осознавайте, кто вы есть на самом деле. Осознавайте. Вдох. Вдыхаем все энергии. Выдох. Выдыхаем божественный свет и любовь, идущую сквозь ваше сердце, сквозь ваше солнечное сплетение. Почувствуйте свою связь с Творцом. Почувствуйте свою связь с Матушкой Землей. Что это для вас? Делаем еще раз вдох и медленный выдох. И снова обратите внимание внутрь себя. Кто я? Что я сейчас делаю здесь, на этой планете Земля? И почувствуйте, как вокруг вас выстраивается вся ваша родовая система. Почувствуйте ее энергию, энергию своего рода. Почувствуйте свою поддержку. Осознайте, что вы в этом мире не один. Что всегда рядом с вами есть кто-то, кто готов вам помочь. Вам только стоит обратиться к своему роду, к своему папе, к своей маме, и вы обязательно получите поддержку. Делайте вдох, выдох. И возвращаемся вновь туда, где мы встречали с вами рассвет, самый красивый рассвет вашей жизни. Вы снова там.
Какие у вас ощущения? Сделайте глубокий вдох и почувствуйте все, что сейчас происходит вокруг вас, в вашем теле, в вашем пространстве, в вашем сознании. Понаслаждайтесь всеми теми процессами, всеми теми энергиями, которые текут к вам. Почувствуйте вокруг вас сферу из божественного света и божественной безусловной любви. И вы находитесь под защитой божественных энергий. Ведь когда мы в любви, в принятии, в радости, нас очень трудно сделать безвольными существами. От нас отлетает весь негатив. К нам он просто не цепляется. Сделайте глубокий вдох, выдох и открывайте ваши чудесные глазки. Поморгайте, повращайте своими глазками, осознайте, где вы. Осознайте, что вы сейчас делаете. Почувствуйте свое тело. И если кто-то хочет поделиться своими впечатлениями, можете включить микрофон и поделиться. Оксаночка, чудесная практика, чувство легкости, немножко млели стопы, и сейчас еще млеют, зевала чуть-чуть, но чувство легкости и полета. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю за обратную связь. Да, стопы, просто чаще ходите босиком, где-то у вас с землей немножко контакт. Если млели стопы, значит, нету контакта. Просто позволяйте, чтобы у вас чакры открывались в стопах и выдыхайте туда воздух. Ну, энергию, не воздух, а энергию. Благодарю. Благодарю. Если кто-то хочет еще поделиться, буду благодарна за обратную связь. Тогда понимаю, что вы все прочувствовали, что практика прошла удачно. Большая звездочка – это большая энергетическая защита и трансформационная практика всех негативных энергий вокруг вас. Она работает, если вы ее делаете 15 минут, она работает около суток. Если вы делаете ее хотя бы час, она работает больше. Иногда даже бывает, что она работает до 2-3 суток, смотря с кем вы ее делали. Да? Допустим, если вы делали эти один, то есть у вас один энергетический поток. Если у вас несколько человек, значит у вас другой энергетический поток. И чем больше людей собирается для прохождения практики, тем сильнее, мощнее эта защита, и сильнее, мощнее для всех, кто участвует и кто даже не участвует, для всех ваших родных, для всех ваших близких, для всего окружающего пространства. Благодарю вас, что вы нашли время присоединиться к практике и пройти ее вместе со всеми нами. Приглашаю вас в следующий вторник в это же время. Будем вместе с вами светить. Если есть какие-то идеи или, возможно, кто-то хочет провести практику, можно написать и сделать. Если есть желание поделиться своими впечатлениями, можете включить им микрофончик и рассказать. Но если никто не хочет, это тоже хорошо. Это тоже классно.
Тогда я с вами прощаюсь до следующего вторника. Хорошей всем недели, плодотворных дней и трансформаций. Всем пока!